Три новых палаты готовы принять 15 пациентов. Отделение паллиативной терапии взамен отделения сестринского ухода. Не только название новое, обновится сам подход. У каждой кровати установлен прибор дистанционного вызова медперсонала. На руке медицинской сестры специальный индикатор пациентов. Помощь придет незамедлительно. В палаты подается кислород для профилактики пролежней специальной матрацы. Прикроватные столики, ингаляторы, массажная кушетка. Все, чтобы было комфортно и удобно. Отремонтирован санузел и ванная комната. Установлена душевая кабина. Идет сборка мебели для нового процедурного кабинета. Помощь бесплатна и доступна всем нуждающимся. Сюда будут попадать больные, тяжелые, которым уже все радикальные методы прошли, и они не имеют эффекта. То есть, другими словами, безнадежные больные будут попадать по направлению участковых терапевтов или врачей общей практики, фельдшеров. Вот. Цель отделения паллиативной терапии – это улучшить комфорт, состояние комфорта последние, скажем так, месяцы жизни человека, оказать ему духовную и психологическую поддержку ему и его родственникам. Вот, производить адекватное обезболивание, улучшать там самочувствие, какие-то снимать симптомы, которые доставляют дискомфорт пациенту. Здесь помогут решить социальные, юридические и этические вопросы. Помогут тяжело больному пациенту как можно дольше быть активным.